После открытия Америки Колумб привез в Европу высушенные листья табака. Сигара – скрутка из листьев табака цилиндрической формы, которую можно курить в том виде, как она есть. Первые сигары стали набирать популярность еще в 17 веке, и спустя сотню лет появились в Европе. Сегодня большинство известных марок сигар производится в Доминиканской Республике, Никарагуа и других странах Карибского бассейна. Основная цель курения сигары – получение удовольствия от табачного аромата. Мы же довели качество сигар до совершенства.